Спасибо, Юрий Александрович. Спасибо, что начали именно программу так, музыкально. А по-другому не могло быть, потому что мы сегодня в гостях у народного артиста России, известного во всем мире пианиста Юрия Розума. Спасибо за приглашение. Спасибо. Юрий Александрович, знаю, что с первых дней вашей жизни вас окружала музыка. Вам удалось разгадать музыкальный код? В чем секрет музыки? Почему для нее нет границ? Совершенно не важно, в какой стране ты живешь, не важно, на каком языке ты говоришь. Да, этот язык понятна. Не нуждается в переводе, потому что он идет от сердца к сердцу. Это какой-то специальный, что ли, вариант иероглифов, который сразу воспринимается, читается, потому что он вырос из интонаций человеческих. Вы можете услышать, как два человека объясняются, допустим, друг с другом в любви, признаются в любви, или что-то выясняют, или дискутируют, или рассказывают, просто по интонациям, не слушаясь слова, да, вот так, со стороны, на любом языке. Так вот, музыка – это доведенная до совершенства, утонченная до предела игра вот этих интонаций. Поэтому вам не нужен перевод. Вы сразу слышите, о чем речь. О любви, или о страсти, или, наоборот, об успокоении, или о задумчивости, или о ностальгии, о каких-то воспоминаниях. Это проходит сразу вам. Был, но я им не воспользовался. То есть все было решено? В 4 года с небольшим начал писать роман. И, в общем-то, я себя мыслил писателем. Я вообще очень любил поначалу сказки, потом рассказы, потом поэзию. Но это вообще на всю сначала жизнь. Сначала было слово. Вначале было слово, да. Но потом, когда во мне раскрыли абсолютный слух и стали принудительно обучать музыке, ну, сначала всех, кроме Моцарта, наверное. Хотя и Моцарт тоже позаставлял, будь здоров. Начали обучать, и мне это, в общем, не очень понравилось, хотя музыку я сам любил, но мне не нравился процесс занятий. А вот что было вот не так? Вот, что хотел сыграть? Скучно. Меня не мотивировал мой педагог, она, вернее, не вдохновляла музыка, она требовала каких-то вещей. Здесь быстро, здесь медленно, здесь в ритме, здесь вне ритма и так далее. Но почему? О чем там речь? Что там музыка раскрывает? Как передать свои внутренние чувства путем музыки? Даже самой простой детской пьесы. Как себя выразить? Об этом не было речи. Об этом речь пошла, когда меня привели к Ане Даниловне Артабалевской. Это великая учительница была. Ну, все сейчас детская. Слышат это имя, все играли произведения. Ну да, по ее системе. Ну, учились. Ее система намного была, конечно, разносторонней и интереснее, чем просто можно описать в книге. Но вот она меня заразила с первого, что называется, урока, с первой встречи. А до этого мне не нравилось. Мне намного интереснее было писать роман о своей игрушке. У меня был такой Мишка плюшевый, и вот он стал победителем в разных государствах. То есть, возможно, мы потеряли великого писателя. Юрий Александрович, никогда не думали вряд об этом? Вряд ли этого великого, ну, какого-то писателя мы потеряли, конечно. Но зато приобрели великого пианиста. Спасибо большое. Вот и с этого момента я погрузился в музыку. Также я до определенного времени не любил сидеть за роялем. Это действительно пришло позже. А вот эти 8 лет в классе Анны Даниловны Артабалевской – это впитывание в себя самых различных музыкальных стилей, самых различных музыкальных направлений. От Баха и Скарлатти до современных композиторов советских она очень дружила с различными музыкантами, начиная с Шостаковича, ну и менее известные композиторы, и какие-то республиканские композиторы. Мы постоянно что-то играли. И вот этот котел музыкальный, в котором мы все варились, вот из него вываривались какие-то. Вы были любимым учеником? Ну, одним из очень любимых, да. Я этим очень горжусь и радуюсь. Она ко мне трепетно относилась и прощала мне очень много, что, может быть, было не совсем хорошо
Это надо было ее очень сильно довести, чтобы она в тетради возмущалась. Что, прогуливали? Нет. Не прогуливал, но подходил. Как любой, наверное, мальчишка, немного хулиганил, да? Приходил, да, и немножко на сцене умудрялся похулиганить и посмеяться, что нельзя было делать. Но у нас как не посмеяться, когда она любила нас сажать сразу по 2-3 человека за рояль. Там вот эти произведения для 4 до 6 рук. Ну и, конечно, начинали друг друга подкалывать. Я был очень смешливый, и меня очень легко было рассмешить. И вот на сцене, когда я просто до истерического смеха довел один из моих партнеров по фортепиано, по нашему ансамблю. Ну, вот это был немножечко скандал такой возник. Но это редко. Вообще у нас с ней были чудные отношения. И потом, когда решением консерваторской комиссии на переходе с 8 в 9 класс было решено меня отдать в хищные руки какого-нибудь музыкального монстра, чтобы я наконец все-таки взялся за ум, да? И последние 3 года школы занимался техникой, а не просто мечтаниями музыкальными. Вот. Она, конечно, переживала, но она понимала, что это правильно, и мы остановились на кандидатуре, на личности выдающегося пианиста, концертирующего Евгения Васильевича Малинина, впоследствии народного артиста Советского Союза, заведующего кафедрой, консерватории, декана и так далее. Но в тот момент он был еще доцент, но очень яркий пианист. И вот мы решили к нему перейти. И вот там я уже взялся за... Ну, пришло время. Да, пришло время осознание. Делать такую профессиональную базу фортепиано, создавать. И действительно это удалось. Из плетущегося в хвосте класса, что-то такое вяло перебирающего на фортепиано пальчиками ученика, я в консерваторию все-таки поступил с большим отрывом первым номером. И это было большое достижение как раз Евгения Васильевича Малинина. Не моего, а его. Вот он сумел меня скрутить и увлечь по-настоящему. И там уже появился запал и интерес именно к занятиям за фортепиано, когда что-то начинает получаться, и ты можешь сделать лучше, и ты можешь сделать еще более ярко и виртуозно. Вот тут я уже засел. И иногда сидел по 6, по 8 часов. Поэтому такой ну и конкурсы, результат. И победы. Ну, конкурсы пришли потом уже в консерватории. Причем через тернии, потому что я же ведь как такой лидер на курсе, наглый и самоуверенный, увлекающийся всем запретным в то время. Я же мог прийти на лекцию с книгой Солженицына «Запрещенной», с самиздатом, с изданием «Посев», бунтарь. С журналом «Континент». Абсолютно, бунтарь. Да, да, да. И не ходил на комсомольские собрания, это делал причем не просто открыто, а демонстративно, что ли. Да, вот мне это неинтересно, я этим не буду заниматься. А вот, скажем, архипелаг ГУЛАГ мне интересен, я читаю, я изучаю историю Советского Союза не по учебникам, а и по учебникам, то, что необходимо, и по архипелагу. Но вот это вопрос. Не мешало вот как раз-таки карьере или все-таки... Конечно, помешало. Это меня просто зарубило карьеру, потому что на меня постоянно шли доносы от наших сокурсников. То есть розы мы не пускаем? Стукачей. Розы мы не пускаем. И все началось очень так перспективно, радужно, а на третьем курсе, когда я отобран был на участие в конкурсе «Королева Елизавета», это самый престижный, самый сложный конкурс того времени, причем отобран был первым номером, лидером вот этой группы большой. А накануне этого конкурса мне сказали, что я пока не еду, паспорт не готов. Вот паспорт не готов, не подготовили паспорт. Всем подготовили, мне не подготовили. Но на днях будет готов, ты приедешь к концу первого тура, сыграешь там, а дальше продолжишь. Но, конечно, ни к концу этого первого тура, ни к другим я уже не поехал. И консерваторию я закончил без звания лауреатства, с красным дипломом, правда, но ни на один конкурс меня не пустили. Я пошел в армию, а армия-то меня и спасла. Куда попали? Это были музыканты? Это был московский оркестр, да, штаб Московского военного округа.
замечательные ребята, замечательные музыканты. Духовики, правда, поэтому мне там особенно делать было нечего, я все время дежурил. Я вечно сидел, заменял какого-то ценного игрока на духовых инструментах. Потому что кто-то постоянно должен дежурить. И я был вечно на подмене, потому что для руководителя оркестра, для нашего майора было хорошо, когда все присутствуют. А Розум, он все равно никому не нужен. На барабане он не сумел сделать карьеру, на духовых он не умеет. Я писал партитуры и там, переписывал, и сидел, брал трубку все время. Дневальный оркестр рядовой Родом тушит. Дневальный оркестр. И иногда чистил там, помещения всякие. 2 года? Всякие. Полтора после консерватории. Да. Но я действительно там помогал очень много музыкантам, переписывал, делал какие-то обработки, аранжировки, транскрипт, ну, переносил из одной тональности в другую. Вот. И в итоге армия за меня поручилась. Когда я закончил, мне армия дала рекомендацию на конкурс, потому что без рекомендации на прослушивание нельзя было приехать. Дала рекомендацию на конкурс, я прошел на Мадрид, и перед комитетом госбезопасности мое армейское руководство поручилось. Розум, мы ручаемся, он вернется. Потому что там главный страх был, что я останусь. С такими взглядами, с Солженицыным в портфеле, там, с доктором Живаго в кармане. Маленькое такое здание было у нас в Парижской. Вот. Он, конечно, уедет. Так мне не надо было никуда уезжать. Я любил всегда Россию, даже Советский Союз. Хотя, в общем, себя чувствовал всегда именно жителем России и русским человеком. И никогда не помышлял об эмиграции. Но никто же не мог себе представить, что с такими взглядами можно спокойно жить. Как будто вот с такими взглядами надо обязательно хотеть жить во Франции там, или в Англии. Да нет, конечно. Я любил нашу страну, я любил своих родителей, я любил своих друзей, я любил этот образ жизни. Мне, в общем-то, нужна была только свобода передвижения по миру, как любому концертирующему музыканту. Вот и все. Но дом у меня всегда был, оставался. Даже 90-е годы, когда... Очень многие уезжали. Уезжали. Здесь просто классическая музыка была абсолютно не востребована. И я приехал в Германию, и посыпался просто шквал заказов и предложений, и контрактов. И я там проводил большее количество своего времени. И у меня там вид на жительство и все. Но когда мне предлагали поменять паспорт и стать немцем, хотя у меня есть немецкая кровь, я всегда отказывался. Нет, конечно, у меня абсолютно, у меня есть корни, у меня есть национальность, у меня есть моя русская культура и музыкальная, и... общее, и а когда все-таки вот все двери перед Розумом открылись? Ну, когда? Только с Михаила Сергеевича, конечно. Конечно, только когда пришел Горбачев, открыл границы. И то не сразу. Я не в первых рядах выехал, потому что хлынул поток музыкантов, и всех воспринимали на ура тогда, потому что... Ну, как бы планка советского музыканта была очень высокой. Ну, кто выезжал? Выезжали Большой театр, Александровский ансамбль, Березка. Самые лучшие. Когда вот эти вот тысячи каких-то выпускников культпросвет училища хлынули туда, все ждали, что это все новые Рихтеры и Гиллисы. Но это было не так. И очень скоро западные менеджеры и импресарио разочаровались. И вообще, наоборот, стали перекрывать дорогу советским музыкантам. И пошла такая молва, что советский пианист играет, ну, я со своей колокольни, просто громко и быстро все. И нету музыки в этом. Поэтому, когда я туда приехал, не в первых рядах, уже было такое отношение достаточно отстраненное. Но мне как-то удалось занять свою нишу и доказать, что не быстрой и виртуозной игрой мы сильны, а нашим отношением к музыке. Для нас, прежде всего, ее содержание, эмоциональное наполнение. Не стиль, как на Западе, что очень важно.
Ну, там стиль часто заменяет отсутствие внутреннего смысла. И очень стильно играющий музыкант, в общем, достаточно хорошо и успешно воспринимается. Но публике-то нужно все-таки другое. Не просто сидеть и любоваться тем, как правильно понимается эта музыка, а как она чувствуется, что через нее передается, как она завораживает. А вот этим как раз сильна была русская школа. И поэтому все-таки мне удалось очень быстро там завоевать своих поклонников и получить огромное количество предложений. А уже из Германии я стал выезжать в Австралию, причем не просто как пианист, еще и как профессор. Я получил такое звание в Мельбурнском университете Монаш, adjunct professor. Это значит такой приезжающий на месяц музыкант, который дает и мастер-классы, и уроки, и сидит в комиссии, и играет соло, и играет в ансамблях, и играет с оркестром. Ну, в общем, я в Австралию ездил лет 8 или 10 подряд, пока уже не устал от этого. И Америка, и Азия. В общем, Германия была вот этой отправной точкой. Площадкой. Площадкой, да. А потом уже, после 2000 года, постепенно появлялась уже у меня своя российская аудитория. Появилась школа в Загорянке, которая стала носить мое имя, которую надо было поддерживать. Я создал фонд. Вот, кстати, как родилась идея создать фонд? Это все-таки для поддержки, наверное, да? Поддержания одаренных детей? Ну, вы знаете, для сохранения школы. Первоначальный толчок-то и повод был именно совершенно банальным – спасти от закрытия вот эту Загорянскую школу, с которой мы очень подружились. Она действительно ютилась в здании детского сада, здание это в кавычках, разваливающаяся избушка. Раньше был детский сад, потом детей оттуда выселили, потому что из всех окон дуло, с крыши капало и так далее. Вот. А атмосфера и традиции 40-летние были грандиозные. Поэтому, когда у них возникло такое решение из-за нашей дружбы, я, правда, посопротивлялся, сказал, что я хочу еще пожить, я не хочу вот сейчас уже туда отправляться. Давайте дождитесь, когда я отойду к праотцам, вот тогда, значит, будете носить мое имя. Нет, вот мы столько ждать не собираемся, и вообще решение принято, от вас не зависит. И глава поддержал, он сказал, ты не отказывайся, давай-ка займись этой школой, и я помогу. И действительно помог, через 2-3 года мы получили новое здание. И это не единственная школа, которая носит ваше имя? Нет, это да, первое. Сейчас уже появился еще в городе Сатка, в замечательном городе под Челябинском, где это вообще город, я считаю, город будущего, потому что там богатейшее предприятие «Магнезит» вкладывает свои деньги именно в развитие своего города и в культуру этого города. И в шахматное образование, там в шахматы всеобщ, с 3-4 лет все дети поголовно начинают играть шахматы. И у главы «Магнезита» есть идея, чтобы все поголовно еще играли на музыкальных инструментах. Поэтому они меня туда так двигаются в этом направлении. Да. Это, собственно, уже третья школа. Вторая появилась на Мальте. Тоже такая история была, когда президент Мальты ко мне обратился после моего концерта со словами: «Мы слышали, что вы спасаете от закрытия музыкальной школы в вашей стране. А у нас вообще-то ни одной открытой нет. У нас все только частные уроки. Ну-ка вот давайте-ка вы так дружите с Мальтой». Я уже действительно приезжал несколько раз. «Откройте у нас школу». Ну и, в общем, мы открыли. Ну там такая совсем маленькая. Вот. А здесь-то большие. В Загорянке школа, в которой при начале нашего сотрудничества было 40 учеников, теперь 1200, по-моему. Вот. А количество саткинских учеников планируется довести до 1500. Так что там такой хороший есть запал. И из обычной музыкальной школы это уже школа искусств, где
и живопись, и хореография, и театральное отделение, и даже кинематографическое в Загорянке отделение. Дети снимают свои фильмы. Дети развиваются. Вообще дети удивляют современные, Юрий Александрович? Вы сейчас все больше и больше времени проводите с ними, и конкурсы, и уроки, и мастер-классы проходят. Уже один из наших первых стипендиатов стал выдающимся пианистом, самым востребованным в мире в своем поколении. Это Даниил Трифонов, это обладатель гран-при конкурса Чайковского и Грэмми. Это наш, один из наших первых стипендиатов, и мы как-то встретились в Висбадене с ним. После концертов он сыграл свой, я сыграл свой, и там есть такое арт-кафе, где обычно музыканты собираются после своих выступлений. И он ко мне подошел и говорит: я помню, как мы в Щелковском районе там по разным маленьким местам фестиваль проводили, конечно, я помню. И мне это было тогда очень важно. И действительно, вот наша поддержка ребятам, она всесторонняя, она не только финансовая в виде стипендий, она еще и творческая, потому что это какие-то мастер-классы, это поддержка на фестивалях. Она и нравственная. Мы в программе «Дети детям» их самих привлекаем к благотворительности, когда они своим искусством помогают сверстникам. Так вот, эта наша поддержка оказывает очень большое воздействие на их развитие. Они развиваются и замечательными музыкантами, и очень достойными людьми. Потому что это как-то одно без другого невозможно. Юрий Александрович, недавно вы перебрались в Одинцовский городской округ. Ну, точнее, дом-то вы приобрели уже давно, но как-то здесь не жили. Вот с вашим переездом сюда, на нашу территорию, появится ли возможность развития, в том числе, ну, как бы, и поддержки вашей, нашим детям? В Одинцовский район я внедрился задолго до своего рождения, потому что здесь родился мой папа. Он родился в многодетной семье, их было 7 братьев, и это была семья, дом у них был в Жаворонках. И всю свою юность провел там. А потом меня уже туда вывозили, в Жаворонки, летом, я помню, часто мы туда приезжали. В общем, вы, в принципе, не отрывались. Не отрывался, да. Потом, правда, вот когда жил в Германии, немножко оторвался. Вот, а сейчас действительно так получилось, что я приобрел этот дом, очень красивый, переоборудовал гараж предыдущего хозяина в арт-салон, мы здесь устраиваем концерты. Но из-за своей сумасшедшей жизни я вот в течение этих 6 лет владения домом, наверное, по пальцам можно пересчитать количество раз, когда я сюда приезжал. Но вот сейчас там ремонт, и я вынужден был просто начать здесь жить, и мне так это нравится. И я прямо думаю, что даже ремонт, когда закончится, я все-таки сохраню основное место здесь. Что касается нашего сотрудничества с одинцовскими ребятами и педагогами, оно уже началось. Уже мы провели пару фестивалей, который называется «Где рождается искусство». Это наш осенний фестиваль, федеральная программа, задуманная нами и осуществляемая уже больше 10 лет, по-моему, 13-й год сейчас будет, вместе с Министерством культуры, при поддержке Федерального Министерства культуры. Так вот, мы уже приезжали, мы давали мастер-классы, а это может быть и фортепиано, ну, это всегда фортепиано, прежде всего, потом струнные, потом духовые, народные инструменты, вокал, гитара и так далее. Иногда живопись, если это школа искусств. И мы связываемся предварительно с руководством области и решаем, каких специалистов мы привозим. У меня есть такой мощный отряд выдающихся музыкантов. Это доценты, профессора, преподаватели консерватории, Гнесинки, колледжей московских. И мы вот таким десантом высаживаемся. Это может быть Ханты-Мансийск, это может быть Брянск, это может быть Севастополь или Сочи. Все что угодно. Вот уже 2 года было Одинцово. И даем мастер-классы, потом устраиваем обязательно круглый стол, обсуждения, дискуссии, вопросы нам поступают, мы отвечаем на них, даем какие-то советы, рекомендации, высказываем наши впечатления.
Вот. А потом все это закрывается большим гала-концертом. Поэтому у нас очень большие перспективы. Мы, конечно, собираемся продолжать наше сотрудничество с Одинцовым. И, как теперь надо говорить, с Одинцовым. Да? Да. И я надеюсь, что появятся свои звездочки, которых мы возьмем к себе в фонд и будем поддерживать уже на такой профессиональной основе. Юрий Александрович, спасибо за беседу. Сыграете? Ах, вот так? Еще? Тогда... Это было, кстати, не запланировано. Тогда немножечко, наоборот, ностальгического, чтобы, ну, как бы, печальное чувство расставания и надежда на то, что эта встреча не последняя.